Где ты проводишь время? Что ты делаешь в свободное время? Готово. Мужик звонил. Хочет тебя увидеть. Это сенатор Альберт Вотом. Он не хочет привлекать копов. Ему нужен ты. У вас есть дети, Джо? Нина. Ее зовут Нина. Дом 235 на 31-й улице. Я слышал о таких местах. Если она там, я найду ее. Говорят, ты был очень жесток. Я могу быть. Ты видел ее? Она внутри? Охранники? Сколько их там? Закрой глаза. Сенатор Альберт Воттен найден мертвым. Он покончил с собой. Что же за хрень здесь происходит? Джо, проснись. Смотри, какой хороший день.